всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Серега. И как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Всем привет. Привет. Так, ну что, вы готовы? Готов, готов, Димон. Тавро, первый. Так. Три, во, четыре, пошла, пять. Пошла жара. Умрет тот холодец, короче, все. О, пока мне решил, да? Так, ребята, начинается самое интересное. Так, ребята, Димончик, я бегу к тебе. Тому поставьте 10 лайков. Плюс один к карме, да? Да. Опа, тут Фокси что-то тут это, на одном месте дрифтует. Так. Димон, за тобой сколько бегает легко. Аниматроников? 5 штучек. Бестав больше, мало. Больше, да? Значит. Да, они, видишь, надо, чтобы так было, прям реально тяжело было убегать. Сильно легко. Во, Димон, давай больше ставь. Начинается веселье. У Сереги крутецкий меч. Серега, тебя чуть-чуть бы и Фредди убил со спины. Сейчас мы помрем все. Не умрем, не умрем. Умрем. Нет, я убегу, смотри, я их обману всех. Хоп, Бенни хопить можно. А нет, нельзя. Блин, я об бордюр ударился головой. Опа, о, чуть не врезал. Так, я буду тащить, Димон. Короче, я первый раз проиграл, короче, что, самый слабый? У мистера Крабса, у него просто короткие лапы. Димас, ты реально проиграл? Да, тут Фокси бежит, газует на одном месте. Да, ерунда. Смотри, какая армия идет. Серега, ну дай ему мечом по жопе разок. А, нет, Чика, Чика. Сзади. Ого, их сколько, Димон. Так, Серега проиграл тоже, да? Да, да, да. Все, ребята, я, получается, выиграл, удаляю. Да нет, еще не вы... А что ты их удаляешь? Давай больше ставь. Так я сейчас из другого пака теперь возьму. Только Марине так не ставь, я их боюсь. Хорошо. Так, бегут, бегут, но они все не ко мне бегут. Я даже рада, что надо мной никто не агрится. О, фиолетовый челик там, смотрите. Балунбой. Алабакана. Да я испугался, он со спины подошел. Что за... Фредди крыса, что ли? Фредди Крыскин, да. Есть такого. Попа, вспомни, человечек с ножичком такой. Ага, семочки есть, а если... Да-да-да. Мангал ползет за кем-то. Так, я смогу понаблюдать за пацанами. Походу, тут все аниматроники на меня обозлились больше всего. Они такие, знаешь что, я их ставлю, они такие видят. Ага, это не пиццерия, ах ты говнюк, пиццерию нам тут, значит, не поставил, а нас тут поставил. Пиццерии нету, так что мы сейчас тебя сожрем. Где вы там, пацаны, бегаете? А я просто вокруг пиццерии. Опа, кто-то проиграл. Проиграл ты? Да. Не, я живой. То Серега. А, ты живой. Чё-то, Димас, я тебя не наблюдаю вообще. А я прочь? Тут крысят ничего немножко выглядываю возле пиццерии этой самой. А я смотрю, за тобой Фред. Ах, блин, это мне наказал. А я, знаешь, стою, Димон, ты пробегаешь, вот дук-дук-дук, толпа побежала. В другую сторону. Не хватает еще за ними пыли сделать вообще. Вторая волна, победа. Также, ребята, за мной. Следуем дальше. Димон, ты их ставишь, поэтому и не умираешь. Нет, это не так, Димас, работает. Понял, ты просто профи. О, головашки пошли. Головашки, это да, есть такого. Оп, вот такие зигзагами я бегать буду. Чё, да зайдет сюда, не зайдет? Да ты ж не должен был зайти. Что, Димон умер? Наконец-то, Димон проиграл тоже. Серега победил, Димас. Так, подождите, пост обработка. Чё там, пацаны, подлагало чуть-чуть? Да, есть такое. То я оверлей включал. Я понял. Короче, так, смотрим статистику. Я выиграл 2 раза, Серега 1 раз. Димас, поставь твой черед уже. Так, я сейчас буду выигрывать. Я буду сейчас внимательно играть. Ну, конечно, спринтрапов нафигачил 1000 штук. Они застряли тут, Димас. Бэтмен, ты чё там стоишь? Сейчас будет мясо, Димас, полное мясище. Сколько ты поставил? Не знаю, я просто их клацал вот так вот прям, нажимал. Сейчас, Димас, посмотрим. Да-да-да, они за тобой, кстати, все, Дима, нагрятся. Не, Серега, слезай с крыши, так нечестно ты поступаешь. Опа, бегут навстречку. Мы тут с Димасом, значит, бегаем по дорожкам, а ты там на крыше. Ух, сзади, в притирочку. Я убежал. Они по кустам даже шмыгают так вот. Димон, классно, мне нравятся вот эти убегалочки. Ну что, Димон, сейчас они тебя зажмут. Блин, это классно. Ух ты, я прям поцеловался с ним. Серега, что делать будем? Тут армия.
Да мне по барабану, я от них убегу, я Бэтмен. А если я сделаю... Прям себя поставил. Серега еще раз выиграл, Димас. Да? Да. Сам себя... Так, а кто еще спринтрапов ставил? Вот этих спринтрапов я не ставил. Я Давай убирай. А что есть большие и маленькие спринтрапы? Странно очень. Вот, Димас, кошмарный, из четвертой части ставлю. Хорошо, надеюсь, хорошо. Правильно я сказал, из четвертой. Чуть ли не выживает, умер. Выживает самый умный, где вы там, пацаны? Ого, Дима, за тобой бегут! Давай, давай, я в тебя верю, ты сможешь. За мной вся пиццерия бежит. Даже плюш-трапы пришли. Ого, вы их наспамнили, нормально, пойдет. У меня вообще FPS не садится. А ты посмотри, где я нахожусь. Ну ты так на крыше, ты залетел туда на В. Нет. Нечестно ты поступаешь. Давай, слезай оттуда. Пердон ставит. Димон, скидывай офисганом. Слез уже. Ого, толпа. Вы что тут дискотеку, пацаны, устроили? Все ж хорошо начиналось. Как бы, давайте просто постоим. А что это там вокруг машины собралось? Ну я в дискотеку, я битбоксю, они тут танцуют, стоят. Димас, это ты устроил? Смотрите, ребята. Я, короче, сделал себе аттракцион. Пацаны, все ко мне. Давайте, давайте. Чуть не умер. Димас, а как тебе такое? Блин, я хотел машину убрать. Не убирай. Не, не надо. Я хотел тебе... Я, Дима, сейчас резко побегу. Раз, два, три. Все, пошла жара. Ух ты. Ого, движ пошел. Фоксиандры бегают. Можно Бенни хопить. Бенни Хоппи, давай. Ой, я буду сзади Фокси бежать. А нет, они теперь сзади меня. Уф, беги, так, беги, беги. Я сейчас смотрю, кто-то, ничего, кто-то не умирает вообще. Там мы сейчас проиграем, по-любому. Ого, их тут. Ой, их мужики. А что меня не убил никто? Повезло, что ли? Тихо. Немножечко волной это усложняет. Ого, их сколько. Так, стоим. 10? А как у 10 осталось? Да я прыгал уже, падал. А, прыгал, падал, ого. Молодец. Пацаны, сходимся, сходимся все. Димон, иди ко мне туда. Сюда. Тут весело. Ой-ой-ой, у них чего себе у тебя здесь? Ну? Они Димас, меня не трогают. Это жесть. Это смотрите. Это смотрите. Классно сказал. О, кошмарно, еще один прибежал. Смотрите, они, у них глаза даже горят, да? Да, у них красные глаза. О, Димон, я на кустах могу стоять. Аниматроники и вампиры, короче, да? Вот это мы движ тут настроили. Ого! Ай! Димон, ну зачем? Так а чё ты дразнишь их, а? Ай-яй-яй. Хэштег Димон читер. Ага. Хэштег Димон читер. На Серегу уже написали пора на Димона. Ладно, я плюс трапу на голову прыгнул. Еще одна жизнь, потому что та не считалась, я тебя спихнул. Так, Серега уже умер, да? Ух ты, все, Димончик, я думал, я между ними пробегу. Все-таки было расстояние там довольно большое. Серега, ты умирал? Может, еще побольше заспауним? Да-да-да, сейчас я заспавню покрутчик, который... Тут плюс трап, он заходит вовнутрь. Все, Димон. Я самый первый слился, да. Я буду летать, смотреть на как-то со стороны. С стороны, если смотреть, то тут такая жопа происходит. Так, опа, я здесь. Так, ну что, приступаем тогда к сложной волне. Давай, Димон, готовка. Давай такую волну, чтоб ну прожить нельзя было даже 10 секунд. Ага. Так какие 10 секунд? Тут время уже идет о доли секунды. Короче, я сейчас разгоняюсь и прыгаю, ребята. Пожелайте мне удачи и ставьте лайк, чтобы я прожил 10 секунд или хотя бы больше. Раз, так, два, ну три. Что, начинаем? На счет три я начинаю. Да-да-да, все, раз, ребята, я побежал. Раз, два, три, 10, 20. О, нормально. Бегут, бегут, бегут. Меня сразу же загасили. Ах ты! Я выиграл, ребята, я победитель самой сложной волны. Да, это, конечно, сложнейшая волна, если честно. Давай, Дима, знаешь, какую волну сделать? Сделай волну фиолетовых челиков всех. А, фиолетовых челиков? Да, я хочу прямо вот, чтобы было тоже. Ну, да, это я могу организовать. Давай что-то. Так штук 50. Димон, так классно. Давай, 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 давай. О, FPS начинает падать, хорош. Так, ну что, готовы, дети? Да, капитан. Ребята, так я и хотел.
Так, ух, их сколько! Так, ну что, а все, отправляемся вперед, погнали. У них тут, кстати, группировки на дорогах. Ух ты, подрезал меня! Группы такие небольшие группы. Так, Диман, только не удаляй их, я хочу еще с ними погулять. Не-не, я удалять их не буду. Ой, надо их обходить. А, в ребро мне прям, я аж почувствовал. Вот это тут прям митинг фиолетовых человеков, чтобы зарплату повысили, а то сколько можно работать за 40... Сколько там, Диман, нам за 6 ночей дали? 140 там баксов или сколько? Там копейки какие-то. Ну доллары. Вот, давайте повышайте зарплату охранникам. Ребята, вот это жесть. Они прям по кругу ходят, как пчелы. Это настоящая армия. Диман, знаешь, что я думаю? Наверное, надо поставить еще фиолетовых чуваков и жахнуть ядерной бомбой. Дело, да? Говоришь, Димас. Хорошая тема. Давно мы, кстати, этого не делали в роликах. Так, я уже наготове. Кстати, я тоже буду наготове. СТП, дайте возьму оружие. NPC лимит у меня стоит, я не могу. А, 200 штук. Ого, у нас... Ребята, три ядерных бомбы против 200 фиолетовых челиков. Давайте я, Диман, включу бессмертие нам. Секундочку, я тоже подготовлюсь. Вот она, знаете, такая Дэвер Крокет, Крокодайл, давайте. Погодите, еще можно NPC поспаунить. Да, хватит. Не надо, Серега, друг вылетит, мы сейчас же 3 бомбы жахнем. Ну что, ребята, 200 фиолетовых челиков против 3 бомб. На счет 3, пацаны. Раз, два, три. Надеюсь, на рабочий стол не вылетит. Не, вот ребята, все прошло да. Четко, гладенько. Вот это да. Ого, трупейшенов! Ого! Да вас только посчитай, сколько тут трупов. 200. Да, молодец. Вроде ж все на месте. 200, все на месте. Ну чё, короче, знаете, как мы решили? Зарплату не повышать, мы другой там по-другому порешали. Геноцидом. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!